Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на автомобильном канале. Сегодня я хочу предложить вам обзор на замечательную модель американской компании Franklin Mint. Эта модель выполнена в масштабе 1.24 замечательного автомобиля английской компании Rolls-Royce. Оригинал машины существует в единственном экземпляре. Он был сделан в единственном экземпляре и, к счастью, сохранился в неизменном виде и дожил до наших дней. Это Rolls-Royce Silver Ghost Tourer Solid Cooper Body by Brockman. Автомобиль был сделан в 1921 году на базе шасси Rolls-Royce Silver Ghost 40/50. Машина была сделана в компании Brockman. Это знаменитейшее кузовное ателье, в котором было изготовлено очень много классных кузовов для серьезных автомобилей. Сегодня эта машина находится в Национальном автомобильном музее, который находится в штате Невада, в Соединенных Штатах Америки. Теперь хотелось бы поближе познакомить вас именно с этой моделью. Единственное, пару слов я скажу о компании, которая выпустила эту модель. Franklin Mint, замечательная американская компания, была основана в 1964 году Джозефом Сигалом. Начали они с того, что выпускали монеты, памятные знаки, фишки для казино. Конкретно выпуском моделей автомобилей компания начала заниматься в 1983 году. Существуют данные, что за время существования компании было выпущено более 500 моделей. А прекратила компания свое существование на рубеже 2000-х годов. Где-то 98-2000 год. Это уже был закат компании, и в 2000 году ее уже, к сожалению, не стало. Компании не стало, но как наследие остались замечательные модели. Компания выпускала модели в различных масштабах, начиная от 1:43 и кончая 1:6. Ну, если в 43-м масштабе было выпущено значительное количество моделей, то, к примеру, в 6-8 масштабе, в 16-м было выпущено очень мало моделей. Достаточное количество было выпущено в 24-м масштабе. Но хочу заметить, что не все модели были одинакового качества. Были модели, откровенно похожие на игрушки. А были модели, которые являются настоящим произведением искусства, которые достойны находиться в музеях. Ну что ж, давайте перейдем к рассмотрению, к изучению этой модели. Сам прототип был сделан из меди, полностью медный корпус. Модель же выполнена из металла и пластика. Что за покрытие используется и что за покрытие имитирует медь, сказать трудно, но имитация полнейшая. То есть, если части сделаны из металла и части из пластика, то это можно ощутить только по тактильным ощущениям, потому что металл несколько холоднее, чем пластик. По покрытию этого не скажешь. Покрытие идеальное. Ни в 18-м, ни в 24-м масштабах эту модель никто не делал. Я встречал модель, сделанную в 43-м масштабе, но это, конечно же, совсем не то, что мы видим здесь. Очень тонкая работа.
обратите внимание, запасное колесо крепится с помощью ремней. Ремни настоящие. Застежки у ремней тоже настоящие. Так, сейчас мы ее постараемся перевернуть. Вот так вот выглядит модель снизу. Найти сегодня такую модель в хорошем состоянии не так-то просто. Больше всего их продают на американском аукционе, на eBay. Но зачастую это какие-нибудь некомплектные модели. Ввиду того, что здесь все очень сделано тонко и хрупко, часто у них отсутствуют части. Какие-нибудь заклепочки, какие-нибудь проводочки, какие-нибудь крепления. Также красочное покрытие часто имеет место повреждения на нем, поскольку даже от прикосновения пальцев остаются следы, которые потом достаточно непросто стираются. В связи с этим я не буду открывать капот и двери, хотя все здесь действует. Вот такой автомобиль замечательный. Если кому понравилось, я вам советую поискать такую модель, потому что их было выпущено очень мало, и со временем эта модель станет настоящим раритетом. Данная сегодня уже значительный раритет. Ну что ж, на этом, я думаю, можно закончить. Желаю всем всего хорошего, самого хорошего. Больше классных моделей в коллекцию. До свидания. Подписывайтесь на мой канал.